Вот лучше иммуностимулятор. Хрен, корень хрена. Есть такой доктор Шишонин, классный, вообще люблю его. В общем, он прикалывается, у него видео есть, называется «Хрен вам, а не вирус». Такое вообще видео бомбическое. Вот он говорит, что хренчик надо кушать, и не только кушать, нюхать. Он еще советует вдыхать пары. Хрена, он же такой продирающий вообще, чтобы местный иммунитет стимулировать в носу, чтобы вот была защита. В общем, его аккуратно на терочке натираешь там, в глубокую бутылку помещаешь, чтобы не обжечь дыхательные пути, и потихонечку вдыхаешь. Но это никому нельзя, мне вот можно, я делаю, что я не могу рекомендовать, вот это же. Там он такой термоядерный, там сопли потекут, все это, такое дело-то. Просто рассказываю, что вот есть такой способ, информирую. Вот я делаю это, я сама себе сейчас говорю, что надо на терочке-то хрен натереть, да подышать. Вот, я ем кусочек каждый день.